Эти загадки не так просты, как кажется. Одни выглядят забавными шутками, но содержат серьезные математические темы. Другие с виду сложны, но в них кроется подвох. Мы хотим вам предложить тест на логику и сообразительность. Включайте чувство юмора и не попадитесь в смысловые ловушки. Можно ли бросить мяч так, чтобы он, пролетев некоторое время, остановился и начал движение в обратном направлении? Ответ: да, если бросить его вверх. Когда гусь стоит на одной ноге, он весит 7 килограммов. Сколько будет весить гусь, если встанет на две ноги? Ответ: 7 килограммов. У папы Мэри 5 дочерей: Чичи, Чача, Чучу и Чеча. Как зовут пятую дочку? Ответ: Мэри. У человека одна, у коровы две, у ястреба ни одной. Что это? Ответ: буква О. Какого камня не найти в море? Ответ: сухого. На столе лежит яблоко. Его разделили на 4 части. Сколько яблок лежит на столе? Ответ: одно, но разделенное на части. Елена Семеновна провела в больнице 3 дня. Она не была больна или травмирована. Более того, врач уверен, что она абсолютно здорова. Тем не менее, родственникам пришлось нести ее из госпиталя на руках. В чем же причина? Ответ: Елена Семеновна – новорожденный младенец. У арфы их 4, у домбры и у гитары 6. А сколько их у пианино? Ответ: 7 букв в слове. Можно ли предсказать счет любого матча до его начала? Ответ: да, до начала матча счет будет 0-0. Маленький, серенький, на слона похож. Кто это? Ответ: слоненок. Из какого слова из 7 букв можно удалить одну букву, чтобы осталось только две буквы? Ответ: из слова букварь. Убираем буква, остается рь. Что в огне не горит и в воде не тонет? Ответ: лед. Вася сказал друзьям: спорим, что я сейчас поставлю бутылку посреди комнаты и вползу в нее. Вася выиграл спор. Как ему это удалось? Ответ: он вполз в комнату. Если 3 дня назад был день, предшествующий понедельнику, то какой день будет послезавтра? Ответ: послезавтра будет пятница. Почему ходят часто, а ездят редко? Ответ: по лестнице. Какая птица яиц не несет, но сама из яйца вылупилась? Ответ: петух. Где вторник идет раньше, чем понедельник? Ответ: в словаре. Что это такое? Две головы, две руки и 6 ног, а идут только 4. Ответ: всадник на коне. Человек хочет, чтобы он включился, а когда он включается, человек злится и старается его поскорее выключить. Ответ: будильник. Я не живу ни в Москве, ни в Минске, ни в Тбилиси, но люблю такие города, как Кустанай, Муром, Бугуруслан. Кто я? Ответ: буква У. Что все люди на Земле делают одновременно? Ответ:
стареют. Она не глубже стакана, не шире охвата человеческих рук, но сколько бы воды в нее ни наливали, она все равно не заполнится. Ответ. Раковина. Что может в одно и то же время висеть и стоять, стоять и ходить, ходить и лежать, лежать и врать? Ответ. Часы. Летает без крыльев, плачет без глаз. Ответ. Туча. Вы вели автобус с 42 пассажирами из Бостона в Вашингтон. На каждой из 6 остановок из него выходило по 3 человека, а на каждой второй по 4. Как звали водителя, когда водитель через 10 часов прибыл в Вашингтон? Ответ. Как вас? Ведь вначале было сказано, что вы вели автобус. Какой знак нужно поставить между 6 и 7, чтобы результат оказался меньше 7 и больше 6? Ответ. Запятую. Какой пробкой нельзя заткнуть ни одну бутылку? Ответ. Дорожной. Больше часа, меньше минуты. Ответ. Секундная стрелка на некоторых видах часов. Ничего не пишите и не используйте калькулятор. Возьмите 1000. Прибавьте 40. Прибавьте еще 1000. Прибавьте 30. Еще 1000. Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. Что получилось? Ответ. 5000. Неверно. Правильный ответ. 4100. Попробуйте пересчитать на калькуляторе. Как написать слово «мышеловка» 5 буквами? Ответ. Кошка.